Привет, я Вина, а я Нина. Мы занимаемся танцем живота уже много лет, и мы учились у лучших учителей. И мы обнаружили, что если делать это хорошо, то это пользуется большим спросом. Мы пытаемся поделиться с вами знаниями техник, которые передали нам наши учителя. Можно делать какие-нибудь упражнения и поддерживать свое тело в хорошей форме, однако нелегко найти такой фитнес, который доставлял бы столько удовольствия. Мы построили эти упражнения на основе движений бедер и ног, используемых в классическом танце живота, но забавным способом. Движения простые и легко запоминаются. При постоянных занятиях вы достаточно скоро увидите результат, и мы уверены, что вам это очень понравится. Правая нога заведена за левую. Обхватите ее руками и начинайте вращать головой, стараясь держать шею как можно более расслабленной. По кругу. Вращаем. Keep breathing. Дышите ровно. Поднимите вверх правую руку, плавно наклоняйтесь вперед, потом назад. Держите равновесие вперед, назад. Держите корпус ровно. Обе руки вверх, скрестить при наклоне вперед, скрестить и развести. Скрестить и развести. Почувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Теперь развернитесь в полоборота. Держите корпус ровно. Чувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Меняем ногу. Вращаем головой, полностью расслабив шею. Снова рука тянется вверх. Наклоняемся вперед, назад. Обе руки вверх, вперед, назад. Дышим ровно. Вдох, выдох. Развернитесь в полоборота. Дышите глубже, вдох, выдох. Обе ноги вытянуть вперед. Тянем корпус к стопам. Стараемся дотянуться до пальцев ног. Остаемся в этом положении, расслабляем шею. Чувствуем, как растягиваются мышцы нижней части спины. Тянем носки стоп на себя. Чувствуем, как растягиваются мышцы икр и стоп. Сохраняйте дыхание ровным и спокойным.
Начинаем вращение стопами и коленями по кругу. Вращаем. Вращаем. Теперь в другую сторону. Займите положение на боку, сгибаем верхнюю ногу и вытягиваем нижнюю. Рука за ухом. Поднимаем нижнюю ногу, насколько это возможно. Это прекрасное упражнение для мышц бедер и пресса. Задерживаем ногу на весу. Чувствуем, как работают мышцы бедер. Тянем пальцы ног. Меняем положение ног. Нижнюю ногу подтягиваем к себе, верхнюю выпрямляем. Сгибаем верхнюю ногу в колени и подтягиваем. Одновременно тянемся головой к колену. Затем отводим ногу в сторону. And hold. И задержали ногу на весу. Меняем позицию руки, ладонью вверх. Опускаем ногу вниз и тянемся вверх. Вы можете смотреть вниз или на руку. А теперь с другой стороны. Снова сгибаем верхнюю ногу и вытягиваем нижнюю. Поднимаем нижнюю ногу. Дышите ровно и улыбайтесь. Задерживаем ногу на весу. Чувствуем, как работают мышцы бедер. Меняем положение ног. Нижнюю ногу подтягиваем к себе, верхнюю выпрямляем. Сжимаемся и разжимаемся. И задержали ногу на весу. Это трудно. Меняем положение руки ладонью вверх. Пристаем на руку и тянемся. Весь упор на опорное колено и руку. Сложите руки как джин. Займите положение в египетской позе. Ноги одна впереди другой и параллельно друг другу. Начинаем движение, сгибая колено ноги, отставленное назад, вниз, вверх.
Поменяйте ноги. Руки в прежнем положении. Одна нога впереди другой. Это упражнение отлично растягивает мышцы икр. Держим стопы, не отрывая от пола. Снова начинаем движение с ноги, отставленной назад. Двигаемся вниз, вверх. Почувствуйте работу мышц. Keep going. Продолжайте. Wait on the Перенесите вес тела на одну ногу. Стопа другой ноги приподнята. Двигаем вверх только бедром ноги, остальные части тела остаются недвижимы. Squeeze. Напрягаем. Расслабляем. Squeeze. Напрягаем. Release. Расслабляем. Make sure you're Удостоверьтесь, tight. Что вы сильно напрягаете работающую мышцу Tighter бедра. Чем сильнее, тем лучше. And squeeze, Ускоряем движение. Squeeze, напрягаем, squeeze, напрягаем, squeeze. Напрягаем. Добавляем движение коленом. Change Поменяйте arms. Положение рук. Squeeze, Продолжайте squeeze, движение. Switch sides. А теперь с другой стороны. Squeeze, напрягаем. Release. Расслабляем. Squeeze. Напрягаем. Release. Расслабляем. Squeeze. Напрягаем. Release. Расслабляем. Squeeze. Напрягаем. Release. Расслабляем. It's great Это отлично действует на развитие бедер. И в два раза быстрее. Squeeze. Напрягаем. Squeeze. Напрягаем. Squeeze. Напрягаем. Incorporate the knees Добавляем движение коленом. Меняем положение рук. Squeeze, Продолжаем движение, напрягаем, напрягаем, напрягаем. Let's do hip Теперь circles. Давайте займемся вращением бедер. Side, в сторону. Back, назад. Side, в сторону. Front. Вперед. Привет, я Вина, а я Нина. Мы занимаемся танцем живота уже много лет, и мы учились у лучших учителей. И мы обнаружили, что если делать это хорошо, то это пользуется большим спросом. Мы пытаемся поделиться с вами знаниями техник, которые передали нам наши учителя. Можно делать какие-нибудь упражнения и поддерживать свое тело в хорошей форме, однако нелегко найти такой фитнес, который доставлял бы столько удовольствия. Мы построили эти упражнения на основе движений бедер и ног, используемых в классическом танце живота, но забавным способом. Движения простые и легко запоминаются. При постоянных занятиях вы достаточно скоро увидите результат, и мы уверены, что вам это очень понравится.
Right leg crossed. Правая нога заведена за левую. Back straight. Обхватите ее руками и начинайте вращать головой, releasing any tension. Стараясь держать шею как можно более расслабленной. По кругу. Вращаем. Keep breathing. Дышите ровно. Поднимите вверх правую руку, плавно наклоняйтесь вперед, потом назад. Держите равновесие вперед, назад. Держите корпус ровно. Обе руки вверх, скрестить при наклоне вперед, скрестить и развести. Скрестить и развести. Почувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Теперь развернитесь в полоборота. Держите корпус ровно. Чувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Меняем ногу. Вращаем головой, полностью расслабив шею. Снова рука тянется вверх. Наклоняемся вперед, назад. Обе руки вверх, вперед, назад. Дышим ровно. Вдох, выдох. Развернитесь в полоборота. Дышите глубже, вдох, выдох. Обе ноги вытянуть вперед. Тянем корпус к стопам. Стараемся дотянуться до пальцев ног. Остаемся в этом положении, расслабляем шею. Чувствуем, как растягиваются мышцы нижней части спины. Тянем нас.